Внимание! Начинается церемония возложения венков и цветов к памятнику освободителям Риги, Парке Победы, в честь 70-й годовщины разгрома фашизма. В шествии принимают участие мэр Риги Нил Ушаков и председатель общества ветеранов 130-го латышского стрелкового корпуса и латышских партизанских бригад Альберт Паже, депутаты Рижской думы и Сейма Латвийской республики, депутаты Европейского парламента, чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Латвийской республике Александр Вишняков, чрезвычайный полномочный посол Республики Беларусь в Латвийской республике Марина Долгополова, генеральный консул Республики Казахстан в Латвийской республике Жазира Мырзакасимова, чрезвычайный полномочный посол Республики Узбекистан в Латвийской республике Афзал Артыков, чрезвычайный полномочный посол Китайской Народной Республики в Латвийской Республике Янг Гуацянг, чрезвычайный полномочный посол Азербайджанской Республики Эльман Займалов, ветераны, представители общественных и политических организаций и участники празднования 70-летия Великой Победы.
Ленинград. Опять война, опять блокада, а может нам о них забыть? Я слышу иногда, не надо раны бередить, ведь это правда, что устали мы от рассказов о войне, и о блокаде пролистали стихов достаточно вполне. И может показаться правы и убедительны слова, но даже если это правда, такая правда не права, чтоб снова на земной планете не повторилось той зимы, нам нужно, чтобы наши дети об этом помнили, как мы.